Вторник, 9 октября. В Нью-Йорк Таймс говорится, что Ангела Меркель, канцлер Германии, прибыла в Афины и встретилась с Антоном Самарасом, премьер-министром Греции. Ангела Меркель прибыла в Афины, чтобы поддержала коалиционное правительство и поддержала реформы и сокращения бюджета. Но не все греки были счастливы с приходом Меркель, как 40 тысяч человек протестовали против ее визита.